Vanacharya Vandakira Vanachari Jayarata Matavan Kunjabihari Jayarata Matavan Kunjabihari Jayagopijana Matavan Nirvaratari Jaya Gopi Jana Vallabha Nirvaratari Yashodanandanam Raja Janaranjana Yashodanandanam Raja Janaranjana Yamunatira Panachari Yamunatira Panachari Jaya Ratha Matava Kunjabi Hari Jayarata Matava Kunjabi Hari Jayagopi Jana Vallabha Girvaratari Jayagopi Jana Vallabha Girvaratari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayarata Matava Kunjabihari Jayarata Matava Kunjabihari Jayagopi Jana Vallabha Girvaratari Jayagopi Jana Vallabha Girvaratari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayarata Matava Kunjabihari Jayarata Matava Kunjabihari Jayagopi Jana Vallabha Girvaratari Jayagopi Jana Vallabha Girvaratari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayarata Matava Kunjabihari Jayarata Matava Kunjabihari Jayagopi Jana Vallabha Girvaratari Jayagopi Jana Vallabha Girvaratari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayarata Matava Kunjabihari Jayarata Matava Kunjabihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Прабхупада, Джая Прабхупада, Прабхупад, Прабхупад, Прабхупада, Джая Прабхупад, Гор Приманандэ, Хари Хари Бо, Ом Намо Бхагавате Васудевая, Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Хари Кришна, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада ки джай. По чьей милости мы можем сегодня с вами быть вместе и читать такое удивительное произведение, как Шримад Бхагаватам. Песня 10, часть 2, глава 15, называется «Смерть Енукасуры». Итак, текст 22 и 23. Паланита трабурини, патанти патитанича, санти кинтва рудхани, тенукена дуратмана. Палани патрабурини, патанти патитанича, санти кинтва рудхани, тенукена дуратмана. Паланита трабурини, патанти патитанича. Санти кинтва варудхани, тенукена дуратмана. Палани плоды. Татра там. Бурини бесчисленны. Патанти падают. Патитани упавшие. Ча и санти есть. Кинту но. Аварудхани охраняемы. Тенукена тенукой, дуратмана злодеем. Перевод стиха. В этом лесу Талаван земля уже усыпана плодами, опавшими с деревьев, и они все падают и падают. Однако беда в том, что эти плоды охраняет злобный тхенука. Комментарий. Кого же? Учеников Прабхупады. Демон тхенука не позволял никому есть спелые плоды деревьев Тала. И друзья Кришны негодовали по поводу того, что он присвоил себе право наслаждаться плодами в лесу, который не принадлежал ему. Текст 23. Соти вирья сурорама хе Кришна харару падрик атматулья балайр аньяйр джати пхир баху пхир ритаха. Соти вирья сурорама хе Кришна кхара рупадрик атматулья балайранайр джати пхир баху пхир вритаха. Соти вирья сурама, соти вирья сурорама хе Кришна кхара рупадрик атматулья балайранай джати пхир баху пхир вритаха. Перевод стиха. О Рама, о Кришна, тхенука. Это необычайно могущественный демон в обличии осла. Его окружают приспешники, принявшие тот же облик, и такие же сильные, как и он сам. Комментария нету. Еще раз стихи. В этом лесу Талаван земля уже усыпана плодами, опавшими с деревьев. И они все падают и падают. Однако беда в том, что эти плоды охраняет злобный тхенука. О Рама, о Кришна, о тхенука. О Рама, о Кришна, тхенука – это необычайно могущественный демон в обличии осла. Его окружают приспешники, принявшие тот же облик и такие же сильные, как и он сам. О Магьяна Тимирангасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитан Йена Тасмай Шри Гурве Нама Шри Чайтанья Манопиштам Стапитам Йена Бутале Своям Рупа Когда Махьям Дадати Сва Падантикам Ванчха калпа тарубьяшча, крипа синху пьяевача, патита нам павани пьё, вайшнаве пьё, намо намах, джай шри Кришна, чайтанья, прабу нитянанда, шри адвайта гададхара, шри васади гора бхактавринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе.
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Вишну Падая Кришна Пришта Пталешни Мати Ниранджана Свами Ити на Мене Анахата Прависына Прапада Сетуштая Санкиртана Праврити Артам Те Гурви Нама Нама Ништа Магдая Сарва Бхакта Сарва Бхакта Хитая Кришна Кришна Макрамая Ниранджана Свами Нама Джаши Кришна, Чайтанья, Прабудите Нандаши, Адвайта Гададхара, Шиваса Нигора Бхактавринда. Харе Кришна, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде. Итак, мы с вами садаки, которые хотят развить любовь к Кришне. Поэтому мы все здесь. Я тоже садака. Я тоже хочу развить любовь к Кришне. Поэтому очень нуждаюсь в ваших благословениях, вашей поддержке и вашем сострадании. Потому что я живу сейчас в материальном мире, а описывать надо игры, которые проходят в духовном мире. Очевидно, что я не Шукадева Госвами, которому Кришна открыл все эти игры. Он участник этих игр. Вот. Мы с вами только начинающие преданные, которые хотят развить этот вкус, хотят научиться сосредотачиваться на играх Господа и хотят понять, как-то полюбить все эти развлечения Господа. Вот. И они заключаются в том, что на Галоке Кришна, он не Бог. Он не Бог, и ему не хочется быть Богом. Он просто обычное человеческое дитя. У него есть родители, Нанда Махарадж, Ишода Мата, которые его очень любят. И так мать его Ишода любит, что у нее из груди течет молоко. Вот такая любовь. Вот. Также вы знаете материальный мир, чем он характерен, да, что тут никто особо никого не любит. Ну, то, что особо никто не любит никого. Все сосредоточены на себе. И поэтому понять вот эти чувства нам бывает порой сложно, и у нас, конечно же, этих чувств нету. Но Ачарья объясняет, что несмотря на то, что мы больны желтухой, а желтуха заключается в том, что мы отождествляемся с этим телом. Отождествляясь с этим телом, мы имеем чувства, и эти чувства, они материальны. И они не дают нам получить возможность получить тот духовный опыт, который получают все близкие спутники, которые служат Кришне в духовной реальности. Но, как вы знаете, Господь Чайтанья — это самое милостивое воплощение Господа Кришны, который пришел в Кали-югу для самых падших, вот, и дал средства, метод, чтобы очистить эти материальные чувства. И метод заключается в том, что мы просто слушаем Шримад Бхагаватам в обществе преданных, изучаем комментарии ачарьев, стихи, то есть мы ничего сами не пишем, не выдумываем, не придумываем. Мы говорим только то, что написали ачарьи. И говоря об этом, размышляя об этом, думая об этом, мы очищаемся. И постепенно, то есть Кришна Катха и святое имя, которое является сам Господь Кришна, он является и целью, и средством. Вот. То есть он одновременно, повторяя вот эти все шлоки, повторяя санскрит, как сказал прошлое воскресенье Васушишка Прабу, что на самом деле мы не санскрит читаем, потому что Шримад Бхагаватам — это язык самадхи. То есть, погружаясь в самадхи на личность, на Кришну, на верховную личность Бога, мы можем что-то, с чем-то соприкоснуться с трансцендентным, погрузиться в это бытие. И мы с вами то же самое сейчас пытаемся делать. Мы пытаемся слушать с почтением. То есть это единственное, для чего мы живем, научиться слушать с почтением о Кришне. И когда нам это удастся, то благодаря чистоте сердца мы сможем сопереживать участникам этих игр. И вот мальчики-пастушки, когда Кришна достиг возраста Пауганды, это от 5 до 10 лет, конечно, красота его тела, она стала несколько другая. Возмужали его плечи, его торс,
торс, ну, как бы талия стала тоньше, вот, появились складки на шее, как у раковины, длинные распущенные волосы, вот, то есть он немножко уже не ребенок, каумар, да, маленький, который ползает во дворе у Маты и Шоды, а он уже, ну, к юношескому возрасту стремится. Вот, и красота его, конечно же, настолько пленяла всех жителей Враджа, что они и на миг его не могли забыть. То есть Кришна, он сосредоточение всех чувств, всех жителей Вриндавана. Поэтому они во Вриндаване, поэтому они на Голоке. Потому что кроме Кришны они больше ни о ком не хотят ни думать, ни говорить, и больше никому не хотят служить. Наши же чувства, они сосредоточены все вокруг этого тела и вокруг ну, того, что принадлежит этому телу. И так как наше тело, оно создано из мертвой материи, вот, и все, что нас окружает, это тоже мертвая материя. Энергия, ну, то есть источник этой энергии тоже Кришна. Вот. И поэтому ну, нам ачарьи учат через эту энергию связываться с Кришной, то есть понимать, кто источник, не сосредотачиваться на мертвой материи, а идти дальше, то есть сосредотачиваться на самой личности, на Кришне. И интересоваться тем, что Кришна делает, как он выглядит, сосредотачиваться на его теле, не на своем. И таким образом, когда мы переносим весь фокус своего сознания на тело Кришны, мы его не видим, мы его видим ушами, мы слышим о нем, мы можем в уме размышлять об этой форме, и так мы будем очищаться. И в зависимости от наших искренних устремлений доставлять Кришне удовольствие, мы получаем милость Кришне в форме каких-то понимания, осознаний, реализации. Так процесс происходит. То есть вы можете сидеть у себя в комнате, да, то есть внешне вы в Екатеринбурге или в других городах, где вы живете внешне, да, а вы сидите в этом теле, но слушая о Кришне, вы переносите весь фокус своего сознания на Кришна-катху. И в это время происходит процесс Кришны, он в сердце, он видит, насколько чист, ну как бы с каким интересом мы слушаем. И видя вот это искреннее желание, ну как бы слушать о Кришне, он убирает вот эти материальные желания, очищает. То есть на это время, когда мы слушаем о Кришне, мы забываем о своем теле, забываем о своих каких-то материальных желаниях. И это как раз возможность Кришне их не исполнять. И так мы получаем возможность, вот эта трещина в нашем сознании, она расширяется, и туда входит Кришна. Вот почему так благотворно слушать о Кришне, размышлять. То есть это не потеря времени. Не надо думать, о, что я тут сижу, мне надо туда бежать, мне надо там работать. Для Кришны. Я для Кришны хочу работать. Но Кришна говорит, что самое главное, ну, самое важное, чтобы для меня работать, самое важное — это научиться с почтением слушать о нем. И освобожденное состояние — это когда мы можем сидеть часами, сидеть и слушать о Кришне. Вот это освобожденное состояние. И вот Шукадева Госвами, он как раз 7 дней, 7 ночей ничего не пил, не ел, вот слушал просто о Кришне, ему такой интерес был, и он все время задавал вопросы, и Махарадж Парикшит, простите, а Шукадева Госвами ему отвечал. И вот в результате этого были написаны, записано потом вот этот весь диалог, да, потом все диалоги с другими преданными, которые также получали даршан Кришны, все записано, все это помещено в Шримад-Бхагаватам. Вот, потому что изучать веды в Кали-югу у людей нету квалификации разума, мы очень падшие, греховные. И Шримад Бхагаватам — это сам Господь, это его звуковой образ. Здесь его форма проявлена, его лилы проявлены, его качества проявлены. И слушая об этом, просто слушая, сидя дома в этом теле, мы очищаемся. Вот такой удивительный мистический процесс. И на это не влияет ни пандемия никаким образом, ни город, в котором мы находимся, ни возраст этого тела, ни болезни этого тела. То есть на все это время карма не действует на сознание живого существа, когда мы с вниманием, с почтением, со смирением слушаем, искренним желанием слушаем о Кришне. И вот я так же, как и Садака, и я вот все эти 2 дня готовилась, слушала о Кришне, и вот
Пожалуйста, примите то, что я услышала. Что Кришна, он стал еще более прекрасным. Тело его, оно мужало. Вот. И мальчики-пастушки, вообще сакья раса, она характерна такими эмоциями, как героизм. Ну, то есть для них, естественно, подраться, посражаться с кем-то, понимаете, проявить свою доблесть, проявить свою силу. И вот они этим занимаются. И играть. Им хочется играть. Наше тело, оно, видите, если отождествлять себя с этим телом, да, кому-то там 60 лет, кому-то 50, кому-то 70, кому-то 30, кому-то 20. Но все мы находимся под влиянием кармы. И даже сидя в этих телах, мы не можем себе представить, как можно часами, часами, да, бесконечно играть в лесу, в лесах Вриндавана. Почему? Потому что отождествляемся с этим телом. Вот в этом теле вот это невозможно, но тела у них трансцендентны. И трансцендентные тела, особенно если вы мальчик-пастушок, сакья раса, оно вот именно имеет вкус, вот этот вкус к играм, именно к этим играм, именно бороться. Они там чего только не делали в этом, они в лесах в этих, и кувыркались, и подражали пению птиц, и прыгали, как обезьяны, с ветки на ветку. Это тело им позволяет. Тело трансцендентное, и вкус. И Кришне это нравится, понимаете? Он так развлекается. И так как мы пытаемся, ну, как бы понять Кришну, полюбить, то все, что он делает, мы тоже стараемся полюбить и понять. И вот трансцендентные развлечения Кришны, они таковы, они вечно таковы. Он когда... Ну, как сказать, когда он ребенок, он вот так время свое проводит. Он не то, что, знаете, как мы тут проводим время. На работу ходит, деньги зарабатывает, потом в магазин идет, кушать покупает, потом готовит, потом спать ложится. Ну, и в лучшем случае там книжку какую прочитает. Ну, сейчас уже мало кто это делает. Ну, все в интернете. Посмотрит всякие разные там боевики и спать ложится. Нет, нет, нет. Кришна — источник всех энергий. Он самый сильный. И эта сила, она, ну, как бы имеет место быть в играх. В играх. У него есть много задач в этом творении. Конечно же, он тоже, ну, как бы, вот если вы вспомните Курукшетру, то, ну, Кришна там не сражался, но у него там была армия. Его армия, которую, кстати, он отдал Дурьотхане. И его главнокомандующий, вот Вишвасена, по-моему, так. Он сражался на стороне Дурьотханы. Против пандавов. Потому что Дурьотхана выбрал армию, армию Кришны. А Арджуна он выбрал самого Кришну. Ну, то есть Кришна, он источник и армии, то есть и боевой доблести. И вы знаете, шесть состояний Бога, ему принадлежит вся сила. И вот теперь он на Голоке, ну, как бы, как он будет сражаться? Ну, сила у него есть, но теперь она проявляется в играх с равными. С, ну, то есть в играх, как он играет роль принца, он принц пастухов, то есть он родился в семье пастухов. И вот они там сражаться любят, бороться, и это доставляет им огромное наслаждение, всегда наслаждает, ну, всегда доставляет. Не то, что они там устают, потому что у них трансцендентные тела. Поэтому говорится, что слушать о Кришне и переносить опыт этого тела на трансцендентные игры Кришны — это большая ошибка. И как раз вот демон Тхенукасура, он как раз олицетворяет вот, вот эту проблему. Но это мы об этом скажем в конце. А сейчас мы просто, я хочу заострить ваше внимание на красоте тела Господа, что оно немножко возмужало. Все равно ему было не так много лет, но с Тхенуком он сражался, когда ему было около 6 уже лет. Ну, еще плюс дети царей, они, ну, царских семей, они мужают быстрее, растут быстрее. В шастрах об этом сказано. Ну, так или иначе, он был очень прекрасен, и это доставляло всем жителям Раджа и, конечно же, его друзьям ни с чем не сравнимое удовольствие. И, находясь в компании двух братьев, мальчиков-пастушков, они были безмерно счастливы. И Ачари описывают, что они, когда возвращались с пастбища, Кришна шел в свои дома, они шли ночевать в свои дома. И они не могли дождаться утра. Вот такая была сильная любовь, такая сильная была привязанность трансцендентная, да. Ну, то есть для них вот этот миг, когда они не общаются с Кришной, они тоже переживали эту разлуку, как и гопи. Ну, и как мама Ишода, когда он уходил в лес. То есть это чувство жителей Голоки.
Они все время думают о Кришне. И все время хотят ему служить. И больше ничего. Ну, то есть они не сосредоточены, как мы, на этом теле. Поэтому нам порой иногда сложно понять их чувства или эти игры. Они в одно ухо влетают, в другое вылетают, и мы о них забываем, и опять сосредотачиваемся на этом временном теле. И в этом заключается иллюзия. В этом заключается иллюзия. Потому что мы все изначальные частички неотъемлемые Кришны. И единственный объект служения для нас — это Кришна, который полностью может удовлетворить нашу потребность служить и любить. Служить и любить, как вы знаете, это синонимы. Вот. То есть душа по природе, она слуга. Ей хочется служить. Ей хочется служить. И она хочет служить самозабвенно, с любовью. Но в этом мире реализовать вот это настроение, вот это желание невозможно, очень сложно, потому что тело постоянно беспокоит, постоянно приносит кучу беспокойств, как бы ты ни служил, оно все равно разваливается. И поэтому душа, она огорчается. Но что касается Кришны, то он никогда, у него тело всегда прекрасно, оно всегда сияет юной красотой, и поэтому оно всегда доставляет мальчикам-пастушкам и всем обитателям Враджа бесконечное, безграничное удовольствие. Вот. И поэтому они бесконечно счастливы, и они не могут дождаться утра. Ночью они вскакивают и думают, что не проспал ли я, и пытаются бежать на андаграм. Но родители ласковыми речами их укладывают обратно и говорят: «Сынок, на улице ночь еще, Кришна еще спит, пожалуйста, ложись, еще рано». И так они несколько раз за ночь вскакивают. И я, когда читала вчера об этом, я подумала, вот точно так же, чтобы не проспать на джапу, мы тоже иногда пробуждаемся за ночь по несколько раз. То есть для нас Кришна — это вот, ну, выполните наставление духовного учителя. То есть мы дали все обет повторять святые имена, и мы стали беспокоиться. Мы стали беспокойными, понимаете? Потому что нам очень важно выполнить это наставление. И мне это так, ну, как бы понравилось, потому что, ну, это значит, что сердце хоть немножко стало как бы оживать, понимаете? Оживать, потому что ты беспокоишься, тебе надо прочитать джапу. Ты хочешь найти время, ты хочешь... Ну, постараться сделать в то время, которое благоприятно, потому что так Кришне нравится, так духовному учителю нравится, так преданным нравится. И поэтому вот этот класс по джапа-ятры, да, и джапа старших преданных, вот она растет, понимаете? Она вот, ну, как бы преданные присоединяются, они тоже хотят доставить Кришне удовольствие. И когда читаешь святые имена в обществе преданных, и когда за ночь несколько раз просыпаешься, а не проспал ли, или под утро спокойно засыпаешь и вскакиваешь, потому что проспал все-таки, и бежишь. И ты думаешь, и ты уже, понимаете, вот твои чувства уже до какой-то степени одухотворены. И ты понимаешь, ты неравнодушен, ты не это старое тело, ты любишь, ты хочешь. Почему так важно выполнить наставление духовного учителя? Это не ритуал, это не механика, это не какая-то догма, это не какая-то, знаете, ну как сказать, повинность. Это и есть любовь, это и есть служение, это и есть доставить удовольствие духовному учителю, доставить удовольствие Кришне. И так мы постепенно, шаг за шагом, мы сможем отморозить, растопить свои сердца, они будут не такие эгоистичные. И со временем мы обретем эту чистоту. Если бы мы когда живое существо находится в материальном сознании, оно каждое утро тоже бегает на работу. Она тоже боится проспать, она тоже, может быть, там просыпается, я не знаю. Но она не получает эту чистоту сердца, она не получает возможность очиститься, если только преданные начинают на работу ходить ради Кришны. Вот в чем могущество вот отношений живого существа с Богом. Что именно эта связь, эти отношения даруют трансцендентное блаженство, трансцендентное наслаждение. Живое существо начинает обретать смысл в жизни. Понимаете? Оно начинает обретать значимость, оно начинает понимать свое предназначение. И это самое главное. Это самое главное — понять, кто ты и мое предназначение. И, конечно же, мы знаем, что материальная энергия в материальном мире, истина, она сокрыта,
никто не знает свое предназначение, и это заменено на варму. Ну, то есть мое предназначение — я менеджер, мое предназначение — я женщина, мое предназначение — я таджик, мое предназначение — я бабушка, мое предназначение — там я руководитель, я, и все это отождествление с телом. И это никак не приближает живое существо к Кришне и к счастью, к источнику счастья. Никак. Но если только она берет эту варму и согласно, ну, как бы под руководством духовного учителя направляет вот эти обязанности на Кришну, начинает волноваться, вскакивать утром, бежать на работу, стараться доставить Кришне удовольствие этой деятельностью, вот тогда происходит очищение, и она может понять, кто она, понять свое предназначение. И нет в этом мире удачи лучше. Это безграничная удача. Понять, кто ты, понять свои отношения и свое предназначение. И очистить свое сердце от материальной скверны, от этой зависти и злобы Кришне. Нет лучшей задачи. Это самая удивительная работа, это самая прекрасная работа. И это доставляет такое удовольствие, когда живое существо прозревает. И в Бхагавад-гите Кришна об этом говорит, что это самая сокровенная часть трансцендентного знания. Я сейчас зачитаю этот стих, потому что там есть очень тонкие вещи, которые я бы хотела обратить ваше внимание. Раджа-видья-раджа-гухьям павитрамидамуттамам пратякшавагамам тармям сусукхам картумабьяям. Вот это знание, Кришна говорит, это царь знания. То есть в этом мире много каких-то знаний. Много. Мы изучаем науку о материи, мы изучаем науку о безличном брамане, мы изучаем науку о Боге. И это знание, да, вот это, царь знания, самое сокровенное из тайн. Это чистейшее знание, и поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я». Вот это самая сокровенная часть знания — понять, кто я и каковы мои отношения с Кришной. Оно является совершенной религией. То есть нет смысла стремиться к религиозной, к мирской религиозности. Понимаете, да? Истинная религия — это понять, что ты не это тело. Вот если, занимаясь религиозной практикой, человек не понимает этого, если, занимаясь религиозной практикой, он говорит: «Я мусульманин, я христианин», это не та религия, о которой говорит здесь Кришна. Понять, что ты дух, понять, что ты не тело, и понять, что ты личность, и понять, что у тебя есть отношения с Кришной. Вот это царь знания. И оно является самой совершенной религией. Почему? Потому что она дает человеку живой опыт постижения природы своего «я». То есть это не так, что только Шукадева Госвами и Махарадж Парикшит тогда осознали. В результате этой Кришна Катхи Махарадж Парикшит осознал, и Шукадева Госвами тоже осознал, кто он. Это не так. Это значит, что слушая Шримад Бхагаватам, все, кто слушает, все потенциальные, как сказать, потенциальные кандидаты на то, чтобы осознать это, если мы слушаем в правильном настроении. Вот весь фокус в этом — в смирении, в почтении, со смирением. И даже не важно, какая у нас карма, не важно, там, какая у нас квартира, есть ли у нас деньги, есть ли у нас здоровье, есть ли у нас семья. Вообще это ничего не важно. Важно единственное, вот, потому что многие думают, что нужна какая-то квалификация. Да, квалификация нужна для слушания Шримад Бхагаваты. Это смирение. А как получить эту квалификацию? Это тоже большой труд. Кришна и учитель, они будут нас проверять. Они будут нам говорить, поправлять нас, и мы должны понимать, что мы пришли в этот мир меняться, очищаться. Мы пришли в это движение очищаться. То есть они будут
помогать нам видеть вот эти все сорняки в сердце. И задача искреннего садаки все эти сорняки пропалывать. Для чего? Для того, чтобы со смирением слушать. Вот наша цель жизни. Научиться со смирением слушать о Кришне. А вся остальная деятельность, вся остальная практика, она именно для очищения. Чтобы с искренним вот это выкристаллизовать, вот это искреннее желание, поэтому Кришна, Он нас очищает. Чтобы, так как в нашем сердце очень много всяких желаний, да, мы и это хотим, и то хотим, вот. А Кришна, Он понимает, что единственное желание, которое сделает нас счастливыми, это искреннее желание служить Ему. И вот мальчики-пастушки, они как раз обладают вот этой чистотой, вот этой преданностью. И поэтому они могут бесконечно играть с Кришной, они могут всегда стремиться к служению, то есть их чистота сердца, их преданность, и вот эта любовь, которая живет в их сердцах, она постоянно увеличивается и постоянно обновляется, расширяется. Духовный мир — это не статичный мир. Духовный мир — это динамичный мир. Материя, она статична. Если вы вступаете во взаимоотношения, в контакт с материей, сначала она вам доставляет удовольствие, но потом она разрушается, изнашивается. И вам надо новые искать отношения. Вот это тело, какое-то время оно существует, и если вы развили к нему привязанность, оно неизбежно уйдет. И если вы не поняли, кто мы, если мы не поняли, сидя в этом теле, то следующее тело, оно будет по законам кармы. И все привычки, которые мы развили, какие-то наклонности в этом теле, они совершенно не нужны будут в следующем теле. Поэтому говорится, что все, что мы здесь развиваемся, что мы тут постигаем относительно этого тела, оно все бесполезно. Потому что мы можем в следующей жизни не попасть уже в человеческое тело. И какой смысл нам вообще как бы тут понимать, какую надо ткань купить для этого тела. Может быть, там у нас уже будет шерсть. Может быть, там будет тело медведя. Понимаете? Поэтому все это знание, оно канет в лету. Единственное какое знание вечное — это трансцендентное знание, это мои отношения с Кришной. И поэтому в этом надо, вот на этом надо сосредоточиться садаки, и это приведет к тому, что мы разобьем вот эту рагонугу, вот эту спонтанную привязанность. И чтобы ее развить, мы слушаем об этих играх, об этих спутниках, и ожидается, что чистота сердца со временем нам позволит захотеть служить точно так же. Потому что если не слушать о играх Господа, о Его взаимоотношениях с Его с Его вечными спутниками, мы не будем знать, какая линия поведения, то есть какие отношения нас привлекают. Понимаете? Мы не можем выдумать свой, ну как бы, как там Господь в духовном мире, чем Он занимается, мы не можем. Поэтому мы изучаем Шримад Бхагаватам. Поэтому, когда сердце очищается, то Бхагаватам, он в принципе проявляется в сердце чистого садаки. То есть они, эти игры, они оживают, они начинают жить в чистом сердце садаки. Вот почему так здорово слушать об этих играх. И знание — это вечно, и постижение его радостно. То есть каждый раз, когда мы осознаем, что мы не это тело, и свои отношения, свои, ну, какие-то понимания к нам приходят относительно Господа, его взаимоотношений с его спутниками, и это очень, ну, радостно наполняет сердце радостью. Поэтому эта практика, она приносит радость. И Кришна, когда Арджуна, он скорбел, ну, то есть он рассказал, вот он объяснил, почему он не должен сражаться, так, да, и он скорбел при этом. И Кришна ему говорит: ты вот произносишь ученые речи, ну то есть ты выдаешь себя за какого-то ученого, что ты что-то знаешь. Но мудрый, ну так он ему напоминает в дружеской атмосфере, но мудрый не скорбят, ни о живых, ни о мертвых. То есть вот эта скорбь — это признак невежества. Радость, знание, оно должно приносить радость, счастье. Понимаете, если ты обладаешь истинным знанием, царь знания. Поэтому все ученые, которые не занимаются, все души, которые прожили жизнь ученого, в конце жизни они не знают, на чем сосредотачиваться, и они даже не помнят сами себя и не узнают своих родственников. Вот как, вот чем грозит вот эта привязанность к материи. Материя, она украдет наше сознание, она сделает нас тупыми. Понимаете?
Вот это тело, оно украдет наше сознание, оно сделает нас тупыми. И в старости мы просто, у нас будет в голове полный хаос, полное невежество. Мы не сможем сосредоточиться на правильных вещах. Ну, конечно, вы понимаете, что по милости Кришны преданные, они просто развивают вот эту привязанность к Кришне, они не думают о том, они просто хотят служить Кришне. И вот это искреннее желание дает возможность получить прибежище, милость Кришны, и в момент смерти вспомнить о нем. Они оставляют греховную деятельность, мы не занимаемся незаконными вот этими всеми вещами, которые сегодня возведены в естественный образ жизни, пить, есть, курить. Вот. Это у людей отсутствует даже это элементарное знание. Даже религиозные принципы, они не знают, что это такое. Вот. Мы не связываем себя с этой деятельностью, мы себя связываем с Кришна-катхой. И причем, ну, ожидается, что по мере очищения наших чувств 24 часа в сутки в нашем уме может жить Кришна-катха. Может жить Кришна со своими вечными спутниками, парикарами, рогатмиками, которые бесконечно привязаны к Кришне и бесконечно хотят служить. И именно этим должно заполниться наше сознание. И поэтому мы изучаем Шримад-Бхагаватам. Поэтому мы вот так детально... Я сначала, когда в начале самом читала Шримад-Бхагаватам, я думала, ну где там, ну что надо понять-то, что понять? Ну ладно, Кришна там... Я вот это вот Каумары, Пауганда, Кайшори... Так, это потом. Дальше-то что? Ну, суть-то в чем? Суть-то? Суть? Что тут мне надо запомнить? А суть — это вот личность Кришны. И можно сидеть часами говорить о том, что вот он был ребенком, и как он ползал. И вот ачарьи, они вот прям, понимаете, вот две строчки, и потом, а как он ползал, а как у него стопы какие красивые, а как он был привязан, как мама Яшода его связала. Я думаю, да, ну а дальше-то что? Дальше-то? А в этом-то и вкус, понимаете? В этом-то и вкус. И спустя много лет начинаешь понимать, так это же сладко становится, что Кришна маленький, такой замечательный. У тебя просыпается к нему чувство, что он маленький, вот ползает. Мама что-то смотрит на него, из груди течет молоко. И ты просто слушаешь об этом и умиляешься. Почему? Потому что есть чистота в сердце. Кришна катха очистила, она сделала свое дело, она растворила твою злобу, зависть к Богу. И ты начинаешь, ты ничего не делаешь, ты просто ел просад все 30 лет и слушала Кришну. И в результате ты сидишь и умиляешься. И уже не хочешь тебе на работу бежать, никакие свои планы не строить, ничего не хочешь, ничего тебе не надо. Ты просто сидишь и умиляешься. А человек с материальными чувствами, он думает, ну что он так долго-то сидит? Ну ползает этот ребенок и ползает, потому что у него еще нету этих чувств. Он еще не очистился, он еще не получил вот эту милость в форме анартха небрити. Понимаете, он еще не знает, что это такое, он с этими материальными, он в этой же комнате сидит, такое же тело, понимаете, но он не понимает то, что понимает рассказчик, или то, что понимает слушатель. И вот Шукадева Госвами и Шукадева Госвами, Махарадж Парикшит, они сидят, они, и все вокруг садаки, они тоже получают свои, все каждый на своем уровне, они тоже получают свою дозу вот этой милости Кришна-катхи. И вот она такая простая, просто сидишь и слушаешь. Ну, сколько можешь, столько и слушаешь. Кто-то может часами сидеть слушать. Наши духовные учителя часами сидят, слушают и повторяют святые имена 10, 20, 30, 40, 50 лет. И им больше ничего не надо. И смотришь на них, они действительно становятся как дети, чистые. У них нет ничего внутри. То есть нет вот этой злобы, вот этой вот агрессии. Они чисты, они невинны, они не хотят ни с кем конфликтовать. А люди думают, ну как сделать мир во всем мире? Как умиротворить нация на нацию? Да что ж, люди все дерутся. И они придумывают, думают, как? Да просто сядьте все и слушайте Кришна-катху. И весь мир умиротворится. Все проснутся, потому что мы все души, мы все слуги Кришны. Тут нет вообще, нет правителей. Понимаете, здесь нету профессии. Профессии, они иллюзорны. Они иллюзорны. Они только тогда имеют значимость, когда они направлены, эти обязаны направлены на удовлетворение Кришны и духовного учителя. Вот тогда они приносят благо живому существу. Вот тогда мы начинаем просыпаться. И поэтому этот метод Прабхупада единственно хотел, чтобы все правительства всех стран помогали этому движению. Но вы знаете положение Кали-юги.
Люди наполнены вот этим вот, ну, вот этим ужасным чувством, вот этой желчью, завистью, и поэтому они не могут воспользоваться вот этим простым методом, просто сидеть и читать. Потому что они думают, что они контролирующие. Они думают, что они здесь что-то могут сделать. Ничего. Здесь все управляется тремя гунами материальной природы и планеты. Что такое ковид? Это влияние планеты. Это влияние планеты. Это результат греховных реакций, которые создали живые существа, и сейчас эти греховные реакции проявлены в форме ковида. Все. Здесь нет никаких заговоров. Это просто последствия наших грехов. Как нейтрализовать? Слушайте Бхагавату. Как выйти из иллюзии? Слушайте Бхагавату. Ну, и все, что ли? Да. А почему так трудно? А потому что я не хочу. Я хочу наслаждаться. И дух наслаждения, он делает человека тупым, просто тупым. Он не может проникнуть вот в это таинство, вот этой сладости. Что значит бегать по лесу? Когда мне тут бегать по лесу, пасти коров? Мне надо, вон, понимаете ли, там, канализацию чем-то. Мне надо то, мне надо все. Политика, интриги. Создавать кучу ненужной мертвой материи. И думать, что это тебя вылечит. А от чего это тебя вылечит? От ковида не вылечит. Что может вылечить? Только твое осознание, что ты не это тело. Больше никак. И поэтому сегодня все бесполезно. Одежда, она бесполезная. Еда, она тоже бесполезная. Она химическая. Конфеты, знаете? Ну вот эти вот всякие вот, ну вот жвачки какие-то. Ну вот много всяких штучек завернутых. Чистая химия. Детям дают. Для детей. Сладости. Понимаете? Вся пища, она искусственная. И люди болеют. Люди страдают. И они думают, как же мне выздороветь? Пойду-ка я вот эту таблетку съем. Или вот эту таблетку. И они вот едят вот это вот. А зачем ее есть-то, эту мертвую материю? Как она может повлиять на здоровье вашего тела? На здоровье может повлиять здоровый дух. Здоровое сознание. Здоровое восприятие реальности, как оно есть. Вот что может повлиять на здоровье. Но люди не принимают авторитетов. Это следующая проблема. Потому что они отыгрывают эту роль Бога. Они отыгрывают, и поэтому они не могут понять ничего из того, что написано в Бхагавате. Хотя это доставляет удовольствие садакам. Махарадж Парикшит задает вопросы. А Шукадева Госвами с удовольствием ему отвечает, а не забывает о еде, о сне, о всех их обязанностях. Он был царь. У него там казна, у него там семья, у него там дети. Это его не беспокоит. Не беспокоит, потому что он не контролирующий. Вот такое чистое сознание. А у человека тут пластмассовый тазик, и он контролирует этот пластмассовый тазик. Не дай бог, кто-то этот пластмассовый тазик. И он 24 часа в сутки контролирует этот пластмассовый тазик. И всю свою оставшуюся жизнь. Мы даже не императоры, у нас просто там каких-то, ну, может быть, 10 квадратов, в которых мы живем, спим, едим, опорожняем все свои потребности этого тела, и мы просто боимся этот кусочек земли потерять, и мы сражаемся, мы боремся. Вот это состояние я и мое ложного эго, вот это вот злоба и зависть, которая накоплена. Поэтому Тхенука, он был тоже очень злобный. А мальчики-пастушки, они очень старались проводить все время в обществе Кришны и Баларамы, и без устали резвились, тут же боролись, соревновались друг с другом. И при этом там были младшие, были равные, были старшие. И, конечно, бороться могут только равные, потому что, ну, младшие, они не могут же вызов бросить равным, ну, старшим. Старшие не боролись с равными, потому что они были старшие, вот. И остальные были зрителями и подзадоривали. И врач означает бродить, то есть передвигаться. И они бродили, передвигались по всем лесам Вриндавана. И вы знаете, есть 12 основных и много-много дополнительных лесов во Врадже. И восточный берег Ямуны, он украшен 5 лесами: Бадраван, Бандираван, Билваван, Лахаван, Махаван. И господствующее божество там Баларам. А западный берег Ямуны — 7 — Бахулаван, Камьяван, Кадирован, Кумудаван, Мадуван, Талаван.
И Вриндаван. И божество, и там божество, это самое господствующее божество, это Радха и Кришна. И вот как раз они услышали запах этих плодов с леса Талавана. И Талаван, он находится посредине между Говардханом и между Матхурой, там, где Камса. И Тхенука, он как раз был приспешником Камсы, и все его родственники тоже были, то есть приспешниками Камсы. Вот. И он охранял эти плоды, и никто их не ел. Но это вот, знаете, чего это во Вриндаване вдруг вот этот Тхенука появился, да? Мы тут все Тхенуки, но мы в материальном мире нас, так сказать, отселили, и мы тут все живем, чтобы не мешать играм Господа. Но он появился, потому что он тоже должен был сыграть свою роль, то есть доставить Кришне удовольствие. Вы знаете, что Кришна, он любит сражаться, потому что у них сакья-раса, героизм. Они любят сражаться, любят бороться. И иногда, Кришне надо проявить свое необычайное геройство, необычайную свою силу. И для этого нужны демоны, которые таким образом ему служат. И Гопала Чампу, Шрила Дживы Госвами, вот этот момент описывается очень сладко, и я буду немножко читать и немножко комментировать. С наступлением сезона дождей созрели плоды тала, и Кришна и Баларама с друзьями пасли коров в юго-восточной части Говардхана, где каждый чувствовал себя счастливым. И тут издалека восточный ветерок донес сладкий аромат плодов тала. Друзья Кришны и Баларамы, их самые доверенные спутники среди жителей Враджа, почувствовали тот аромат и сказали: «Пойдемте скорее с Кришной Баларамой, посмотрим обитель Тхенуки, лес, деревьев, тала, и кто его охраняет. Уж больно хочется поесть. Давайте попросим их пойти туда». Шридама, Субала, Стока, Кришна, равные по силе, равные, подошли к Кришне и Баларамы, все они понимали друг друга с полуслова и следовали дарме, поэтому их объединяла крепкая дружба. И так как они считали, что равны по силе Кришны, то есть их чистота, их преданность, их совершенство, вот это доставляло, их служение доставляло, они были равны. То есть Кришна, они сражались, они боролись вместе. Если вы понимаете, что перед вами Бог, как вы будете сражаться? Нет, конечно. Поэтому это особые души, то есть очень удачливые. И так как они считали, что они равны по силе Кришне и Баларами, они всегда думали о героических подвигах двух братьев. То есть они не пытались свою силу продвигать, они всегда хотели их доблесть показать. То есть жители Враджа, они никогда не пытаются продвинуть себя, да? Они всегда, там нету чувственных наслаждений, но чтобы прославить силу Кришны, Баларамы, они обратились к ним с этой просьбой. Без всякого страха они обратились к ним, жалуясь на голод. Они сказали: «Недалеко отсюда есть лес спелых плодов тала, благоухающих пьянящим ароматом. Вот бы утолить наш голод этими плодами. Мы слышали, что тот лес охраняет демон, главный из людоедов. О, длиннорукий Баларама! О, Кришна, сокрушитель асуров!» То есть они их прославляют. «Давайте отведаем эти спелые плоды». И Шрила Джива Госвами объясняет, что под словом «длинноруки» мальчики подразумевали: «О, Баларама, у тебя длинные руки, ты знаменит своими подвигами, но мы не видели их, покажи нам свою силу». Это вот это естественно, они друг друга подзадаривают. «Ну давай, если ты такой крутой, покажи свою силу». А Баларама рассмеялся. Он сказал: «Друзья, я знаю, вы так же любите поесть, как и мы, и вы такие же безрассудные. Иногда в порыве борцовского гнева вы сражаетесь с нами и одерживаете тебя. Почему же теперь вы просите нас доставить вам фруктов? Иными словами, а сами-то что, не можете, что ли?» А мальчики сказали: «Ну вы же два принца, известные своими достоинствами. Дипломатия и политика предписывают уважать царскую семью. Если царская семья показывает свое могущество, ее всегда прославляют. Ты старший брат, и твое положение нельзя преуменьшить». Видите как? То есть нет, не я. Ну, конечно же, согласно Лили, когда надо, они пойдут за Кришну. Но суть такая, здесь они хотели, чтобы Кришна стал знаменитым. Потому что они же, когда возвращаются в Радж, они прославляют, как Кришна убил сегодня очередного демона. И демоны тоже должны быть очень могущественными, потому что, что с кроликом-то сражаться Кришне? Поэтому Тхенука, он был очень могущественный. И это могущество, оно очевидно было для мальчиков также. Если вы, два принца, согласны исполнить наши желания, тогда зачем у кого-то просить? Покажите нам свою силу. И так они подзадорили Балараму. И Баларама, белый как луна, вышел вперед с улыбкой на устах к
Кришна и другие мальчики зарычали, как львы, и весело в припрыжку, ну, знаете, как парни распыляют друг друга, и весело последовали за ним в тот лес вместе с коровами. Когда друзья подзадоривали длиннорукого Балараму, он, распалившийся гневом, решительно подошел к деревьям Тала и вырвал их с корнем, собрав вместе и, подобно слону, разломал и разбросал их в разные стороны. Вот так они проводят время. Вот. Ну и Шри Чайтанья Шикшамрити, Бхактивинода Тхакур, он объясняет, что игры Господа, они делятся на вечные и на эпизодичные. И вот убийство демонов, оно относится к эпизодичным. То есть, когда Господь не сходит на планету, то вот его уход и приход, и убийство демонов — это эпизодично, потому что, ну, на Голоке он не рождается и никуда он не уходит. И приход к Кришне во Врадж, его уход и убийство — это эпизодичные игры. И дальше он дает наставление для нас, для садаков, для преданного, который все еще находится в материальном мире, а мы все с вами находимся в материальном мире. Медитация на эпизодические игры является настоятельной необходимостью, то есть это наша задача — изучать эту лилу. Как таковых этих игр нет на Голоке, они разворачиваются лишь в материальном мире. Эпизодические игры Господа весьма символичны. Хотя памятование о том, как Кришна убил тех или иных демонов, не имеет ничего общего с медитацией на его повседневные игры, проходящие вечно, оно позволяет преданному избавиться от соответствующих пороков. И вот Тхенука, он олицетворяет вот этот порок, образец вопиющего невежества в духовных вопросах, вызванного зависимостью от материального рассудка, отсутствием духовной интуиции и глупостью, которая представляет собой полную противоположность пониманию своей истинной природы. Ну, то есть отождествление себя с телом, непонимание, перенос материального опыта на духовные предметы, вот это как раз тхенука, то есть вопиющее невежество в духовных вопросах, вызванного зависимостью от материального рассудка. А также Кришна Намади, Набхавет Грахья Миндрия, Севан Мухи Суджих Вода. Сейчас, дорогие преданные, последнюю строчку. Свая Мэва Спуратья Дах. То есть нельзя оценивать и понимать игры Господа при помощи своего материального рассудка. Мы только можем повторять наставления описания ачарьев. И благодаря тому, что мы без искажения все это читаем, слушаем, передаем, повторяем, по их милости наш рассудок очищается. И мы начинаем осознавать те или иные вещи по милости нашего возлюбленного духовного учителя. Без милости духовного учителя, который удовлетворенный нашей искренностью постичь игры Господа, никто не может войти во Врадж. Нужно правильное чувство, правильные эмоции. Мы можем бесконечно повторять святое имя, но если мы его повторяем оскорбительно, то наш прогресс никак не развивается. Поэтому так важно повторять в духе служения. Ну вот, дорогие преданные, Хари Кришна, пожалуйста, ваши дополнения, замечания, исправления и все, что вы считаете нужным, пожалуйста, можете добавить, убавить, ну, можете что-то делать. Если ничего не можете делать, тогда будем заканчивать. Тогда будем приносить почтительные поклоны. Вот. Все, да? Будем прощаться? Спасибо, матушка Ратнавати. Дорогая. Я заметила, что вы сказали, душа огорчилась. Что сказала? Душа огорчилась. Душа огорчилась? Чья душа? Вот я не помню, у меня почему-то запало, что вот в самом начале вы сказали, что огорчилась душа, и у меня как-то это, резонанс такой, что душа же ведь не может огорчаться или может, потому что меня как-то тоже люди вот спрашивают, а я не знаю, что ответить вот в таких моментах, когда вылетает вот такая фраза, что-то там с душой связано.
Она может огорчаться? Я не знаю, в каком контексте, это ж надо понимать. Огорчаются... Она может огорчаться душа или нет? Вот так, вот такой вопрос, скорее всего. Еще раз, как вопрос? Может душа огорчаться или нет? Она же ведь в общем... Трансцендентная эмоция может быть. Может, да? Но трансцендентная, но она приносит блаженство. Ну а как вы представляете, да, Васудева и Деваки, они в темнице, и Камса на их глазах, он же берет ребенка и бросает об стенку, и там кровавое пятно. Как есть трансцендентное, понятно, я вот это вот хотела как раз. Оно не связано со страданиями этого материального, то поэтому это, вот знаете, вот плоскость духовная, вот материальная, они не нельзя аналогию провести. Угу. Вот Тхенука, он как раз вот эту аналогию и проводит, а это не получается. Угу. То есть это никоим, вот, они не соприкасаются. Даже Господь Кришна, когда он бросает свой взгляд, он не соприкасается. Его взгляд, он становится Шамбу, Сада Шива, Господа Шива. А это Шива Татва, это не Вишну Татва. Даже Господь не соприкасается. То есть этот опыт вообще не ничего. Этот опыт только приходит по парампаре трансцендентной. И огорчение трансцендентное, и огорчение материальное — это два мира. Спасибо, я поняла. Спасибо большое. Это очень хорошее, то, что в сердце как-то отозвалось. Да, 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 да. Трансцендентное огорчение — это когда мы не видим Кришну, а они от этого испытывают трансцендентное блаженство. Пандавы, у них же вся жизнь — это сплошные страдания, правильно? И если я воспринимаю материальным рассудком их судьбу, то я что буду делать? Что я буду делать? Огорчаться? Конечно. Но представьте, ваше царство лишили. На 13 лет в изгнании. Батюшки, что скажешь, ум, а где я спать буду? А где моя подушка? А матрас? Если я отождествляю себя с телом. Правильно? Да? И у меня будут совершенно другие эмоции, совершенно другие чувства. Жалость. Жалость к этому телу. Вот что мы, единственное, что мы здесь испытываем, жалость к этому телу. Вот это наше огорчение. Вот сейчас, если, допустим, будет инфляция денег, что испытают люди? Потому что они себя отождествляют с этими деньгами. Поэтому так важно слушать Шримад Бхагаватам, чтобы вот это развенчать эту иллюзию. Но так как мы привязаны очень сильно к материи, мы отождествляемся с этой материей, у нас вера слабая в Бога, у нас много вот накоплено вот этого. Ну, следующая лила будет Кали, очень интересная, она как раз для садаки, ну, хорошо там, он много накопил яду. Мне так нравится Кришна, он бесстрашный, он никого не боится. Он никого не боится. Никто его здесь не может ничем напугать. Но мы пугаемся, потому что мы еще отождествляемся с этим телом. Очевидно, если мне завтра скажут, что вы на 13 лет в изгнании, то отождествляясь с этим телом, я не испытаю то блаженство, которое испытали пандавы. Они выполнили это, как, ну, как, если Кришна хочет. Вот это единственное, что ими движет. Если Кришна этого хочет, они сразу испытывают блаженство, не огорчение. А все остальное уже там Кришна устраивает. Где им спать, что им есть. И, может быть, там постель намного мягче, чем во дворце будет. Мы не знаем. Так Кришна устроит. Потому что, когда он поднял Говардхан, то жители, когда вошли под Говардхан, там не были черви, земля, там не было этого. Там были долины. Понимаете, да? Там были долины, там были дворцы. Там все было. Утварь, все было. Но мы этого с вами не видим. Точно так же, как душа выходит из тела, ямадуты пришли за ней, душа видит ямадутов. Но родственники, которые рядом стоят, это вот, понимаете, да, два мира, они параллельны. Вот духовный, вот материальный, они, это отражение. Материальное — это отражение, но они не соприкасаются. Это только если Кришна нам позволит войти в трансцендентную реальность. Как он позволит, если будет удовлетворен нашим служением. Тогда нам откроется. Мы увидим ямадутов, которые пришли. А сейчас мы только слышим и на картинках видим. Но это все, если вера позволяет, это все существует, вы спокойно об этом рассказываете другим. Потому что вы понимаете, так оно и есть. Сами вы не видите.
Но вы слышите ушами. И чистота сердца помогает вам понять, что так оно и есть. Понимаете, да? Но если Кришна захочет, если вы дальше развиваете свои отношения, вы можете это все и увидеть. Но я не знаю, для, ну, для преданных они как бы не стремятся вот к этим ситхам. Им достаточно просто быть слугой Кришны и все, и выполнять его волю. И неважно, сколько они страдают, как бы, ну, внешних телесных этих неудобств испытывают, их это не беспокоит. Может быть, беспокойств очень много внешних, но это их не беспокоит, и мы думаем, что, ну, как бы, их нету, а на самом деле они есть. Внешние беспокойства есть у учителей, но так как они их не беспокоят, мы думаем, что их нету, и поэтому он, ну, как бы, учитель. Нет, у него просто трансцендентно, у него чистота сердца позволяет не беспокоиться на все это. Если вы возьмете Шрилу Прабхупаду, да, когда вот он приехал в Америку, вы же смотрели этот фильм? Если вас туда сейчас отправить, вот, ну, вы фильм смотрели, и кому он начал проповедовать первым, да? Ну, все, наше сознание Кришны все потерялось бы, правильно? Все, все бы угасло. Кришна меня не любит. Ты зачем меня сюда прислал? Что я здесь буду делать? Потому что у нас веры нет. У нас нет вот этой решительности доставить Кришне удовольствие. Поэтому материя, она на нас влияет. Она нас порабощает, и мы теряем веру. Мы думаем, неужели это Кришна? Неужели вот это он, да, всех родственников убил на Курукшетре? Никого в живых не осталось. Но он объясняет, что никто не погиб, просто все сменили тело. Поэтому вот этот ковид, неужели это Господь? А что, какие проблемы? Тут все должны поменять тело, вот сейчас они меняют тело. А что бояться-то? Мы же бессмертные души, ну давайте попробуем поверить в это. Но оставим мы тело от ковида, ну и что? Ну мы же тело только оставили, мы же не как жили, так и будем жить. Как были с Кришной, так и будем дальше жить, если мы действительно с Кришной. Если мы действительно с Кришной, ну так нам надо же тоже какие-то уроки пройти, чтобы убедиться, нам Кришна нужен или кто. А Кришна и духовный учитель, они нас будут проверять. Нам кто нужен? Мы зачем сюда пришли? Устроиться в этом материальном мире, чтобы все было хорошо, подушечка, одеяльце, просадик. Все прославляли нас, все были нами довольными. Нет, сейчас закончится Бхагаватам и начнется. И начнется. Ну что ты тут, великая преданная, да? И то скажут, и это скажут. Придут всякие реакции, болезни, тело заболит. И нас это не должно огорчать, если мы в сознании Кришны. Но если мы не переживаем этого опыта, как мы будем понимать, в сознании мы Кришны или нет? Поэтому каждый переживет свои какие-то уроки, которые им Кришна пошлет. Тогда это будет какая-то реальность. А так это все будет страх, беспокойство и иллюзия. А они же бесстрашные мальчики были. Они без страха к Кришне подошли, без страха сказали, ну давай, давай поборемся. Там демон, давай, ты крутой у нас, самый крутой. Они поэтому и подошли, они просто хотели, чтобы Кришна сражался, чтобы потом прославлять Кришну. У них не было страха перед Кришной. Почему у них нет страха перед Кришной? Потому что они ему не завидуют. Они хотят ему служить. И если надо так служить, будут так служить. Как скажешь. Вот нам надо это бесстрашие развить. Ну, то есть тоже как очистить свое сердце, чтобы быть совершенно бесстрашным, а не отождествляться с квартирой, с домом, с городом, с деньгами, с счетом в банке. На все твоя воля. В конце концов, когда-то мы должны поднять две руки и сказать, ну, как посчитаешь нужным, так и делай. Ведь Видура, его Дурьотхана вообще выгнал из двора. Ну как, он сам ушел, но он сказал, убирайся отсюда. И Видура ушел. Посмотрите, как там с пандавами обращались. Никто их не говорил, вы великие, преданные, но Кришна их прославил навечно. Но посмотрите, сколько лишений было у них. А Дурьотхана все время жил во дворце. И Кришна, а пандавы они не переживали.
Они все время сражались, они все время отвоевывали свое наследное право. Все время. Понимаете, да? И никогда не жили спокойно. А Дурьотхана тоже никогда не жил спокойно, потому что его задача была... Это его служение было. Даже демоны, они все слуги. В духовном мире там нету демонов, но преданные они соглашаются стать демонами, чтобы сыграть эту роль. Понимаете? Поэтому тут, ну, нету демонов, тут есть люди, которые хотят нас исправить, сделать чище. Если мы так видим ситуацию, тогда мы не будем огорчаться. Но если у нас есть привязанность, вот этот дух наслаждения, мы будем огорчаться. Потому что мы будем себя жалеть. Я не заслуживаю. Зачем ты так со мной, Кришна? Я тебе служу верой и правдой. А ты денег меня лишил, там, или здоровья лишил, или еще чего-нибудь. Все что угодно, Кришна, лишь бы помнить о тебе и никогда не забывать. Если садака вот это, ну, преследует, то он пройдет все трудности, которые ему Кришна поставит. И у меня вот, ну, на моем счету вот Сита Ласай, вот этот преданный, он, ну, как бы, у него, я не знаю до конца его проблем, но, по-моему, и ноги отнялись, но что-то у него было сложно. Но то, как он воспевал, это было чистое према, чистая любовь. Его не беспокоили все эти недуги физические. Я, конечно, не призываю, каждый по-разному может, и кто-то может и в здоровом теле быть чистым преданным. И это не так, но имеется в виду, все равно какие-то уроки мы будем проходить. Нас будут лишать славы, гордости, нас будут всегда это лишать, нам будут говорить, что вы такая или такой. Но если мы будем в правильном настроении, то есть Трината Пису Ничина, мы сможем узнать Кришну, распознать во всех уроках. Ну, заканчивай. Теперь уж точно Ванчика Калпит Рубища. Да? Пойдем размышлять, как нам стать вечными спутниками Кришны и избавиться от этого чувства страха, стать бесстрашными. Да, большая работа. Не отождествлять себя с телом, с домом, с супарью. Большая работа. Но это хорошая работа, потому что... А Кришна тогда говорит, а как я поверю в тебя, что я тебе нужен? Понимаете, мы как бы всю ответственность в любовных отношениях на Кришну. Ты, главное, мне докажи, что ты Бог, и ты меня любишь. А меня нету. Но это игра в одни ворота. Есть эта история, когда объявили конкурс женихов, и невеста, она сказала, тот, кто догонит меня, получит меня в жены и царство. И когда она побежала, она стала разбрасывать драгоценные камни. И все женихи, они стали собирать эти камни и забыли о принцессе. И она сказала, ну что ж вы так. Ни принцесса, ни богатство уже никому не надо. Чуть-чуть чувственных наслаждений. Мы забываем о смысле жизни, для чего мы занимаемся духовной практикой. Мы просто все хотим как-то устроиться в этом материальном мире, чтобы у нас все было хорошо, и деньги были, и здоровье было, и родственники нас уважали. Но, как правило, так не происходит, возьмите Шрилу Прабхупаду. Семья, она не поддерживала его. Но Кришна ему подарил. Конечно, он был, у него была миссия. Ну и у нас тоже миссия. Оставим все, чтобы пойти распространять славу Святого имени. А как иначе? Но не расстраивайтесь, Кришна, не огорчайтесь. Он больше, чем положено, нам не даст. Наша вера... Ну просто мы должны понимать, что вера, она не сентиментальная. То есть либо ты веришь, либо ты не веришь, что ты душа бессмертная, либо ты думаешь, что ты тело бренное. И тогда ты будешь всего бояться. Ну вот я много чего боюсь. Это, говорит, признак того, что я еще, ну как бы, не осознаю, что я не тело. Но вещи, которые написаны в книгах, я верю духовному учителю, я абсолютно ему верю. Бхагаватам, Шримад Бхагаватам. Кришна Бхагавадгите говорит, что для души не существует ни рождения, ни смерти. Это абсолютно, вот я, вот этот момент я понимаю. А я осознаю. Ну, а какие-то еще темные места, потому что я хочу наслаждаться телом. Мне еще нравится телесное наслаждение. Это такое удовольствие покушать. Покушать больше нравится, чем приготовить для Кришны. Ну все, теперь точно Ванчика Калпатурубишься?
Ланч хакал по трубещак, и по синху пьевача, по титанам, по ване пью, вайшнаве пинаманама, джайши Кришна, чайтанья, прабу нитянанда, шри адвайта, гада цара, шри васади гора, бхактавинда. Всем хорошего дня. Харе Кришна, дорогие преданные. Хорошего дня, спасибо большое. Спасибо большое за лекцию. Харе Кришна, осталось реализовать. Спасибо большое. Харе Кришна. Со славой Прабхупады. Спасибо. Харе Кришна. Thank you.